Нет, пожалуйста, пожалуйста. О, Джо, привет. Да, Димон, да, 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 иди понятно. Отсюда. Давай честно, хоть раз ты хотел поиграть в GTA, но так, чтобы все действия проходили в России, да еще и с живыми людьми в режиме онлайн. У тебя есть такая возможность. Amazing Криминальная Россия с голосовым чатом и режимом игры за определенного персонажа уже ждет тебя. Это целый мир из русских городов, деревень, отечественных автомобилей, потрясающей атмосферы и безграничных возможностей. Начни играть бесплатно. Ссылка на мой личный промокод для получения подарка в начале игры в описании. Этот промокод даст тебе 50 тысяч рублей на 5 уровне и 100 тысяч рублей на 10 уровне. На эти деньги в игре можно купить квартиру и недорогой автомобиль. Всем привет, с вами Джо Спин, Диадем и Глюк. Ну, спасибо, да. Глюк все сказал, я теперь бессилен, ребят. Мои полномочия все. У нас сегодня стенка. Надеюсь, что крутая, Пашка говорит, крутой автор. И там, конечно же, вы уже по превьюшке заметили, что она выглядит действительно круто. Ну, потому что там есть Джоспин. Ну, не может да, хреново выглядеть стенка твоя аватар с огромной харей. Это потому что ты свое лицо увидел, так типа, я прекрасен. Не понял, подожди, а где она? Вот она. Вот, оглянитесь назад. Ёб, ну, вы чё, блин? Как эта стенка может быть хреновой, а? На мотках ну, очень интересно. Интересно. Да, скорость большая, просто страшно, я короткий, пипец. Но не прям сложный. Боже, как все разлетаются. Оттормозиться бы в конце. Оттормозился, все. Найс. Я оттормозился. Я сейчас респавнюсь и еду на грузовике в ту сторону. Просто желаю вам удачи, байкеры, потому что это для вас будет сложно, кто не доехал. А не доехало всего два человека, кстати. Так что. Им будет плохо. Что? Джо, ты тоже улетел, да? Нет. Я вон на оранжевом грузовике. Оранжевый, да, а, ну я же говорю, вот ну, теперь ты улетел. Оранжевый это я забыл просто, как цвета обзываются. Да-да-да, где ты там? Ты глупый, Паша, нас собрались мочить подписчики, ты чё? Да? Алло. А чё, уже мочат, нет? Не знаю. Паш, ты доехал, взял чё? Там меня скинули прям флот. Вау, наверное. А кто-то ещё, смотри, кто-то твой друг. Прекрасный лик. Прекрасный лик бога. Или это человек? Там не таран, понятно. Что ли? Нет, там нет, таран там в ту сторону. Там таран. Ой, ну, Джо Спин, само ребят. Собой, но таран. Таран, чувак, таран, надо за Евгешей. Фух, напугал таран. Есть, тарана выкинул. Ой, и Евгешу выкинули. Уйди! Теперь мне не за кем ехать. Нет! Боже! Какой мужчина. Угу. В спину. Прилетел впился ковшом. Ковшом мне впился в спину. Да что вас так много там, а? Не, это жестко, прям, я не знаю. Будет вот. Мясо, особенно вот те узкие проезды в конце, это будет мясо. Да, где вот эти шины. Хорош, зачем мне в жопу пидориться-то, ну? Еще тараны друг друга пидорят, в принципе. А вот это неправильное движение. О. Сейчас таран расчистит все, надеюсь. Пожалуйста. Нет, пожалуйста, пожалуйста. О, Джо, привет. Да, Димон, да, 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 иди блин. Отсюда. Я засейвился, тренда, я в воздухе его крутил, ты ж ведь как? Глюк. Ну как? Понимаю, Глюк, нельзя так делать. Ты в смысле, ты меня вообще сзади пихнул еще, Паш? Я? Нет, я на респе был, я видел. Да, ну знаешь, вот этот вот пихнул демон меня. Я надеюсь, что... Он бы меня скинул на самом деле. Вот здесь подлетаем вверх. И падаем об Веронику. Кто бы мог догадаться? Ты так красиво летаешь, Джо, мне нравится. Так, все, блин. Объедьте меня ради всего святого. Так, Юдж. Ну что смотри. Тебе надо-то, синее, голубое нечто? Господи, ну как это пройти? Да, это, блин, просто больно. Я ни разу не заезжал дальше колес. Просто это невозможно. А ты думаешь, я заезжал? Блин. И все равно кого-то убил. Ты был на платформе. Да блин, разочек. Сука! Блин, какого хрена? Вот надо было именно в меня зарулить уже. Ну вот видишь, что 20-й раз еду, мудень! Отрулись ты, отрулись! Опять красный мудак, а. Как это я тебя раз напугать до усрачки, ты чё? Иди в сраку, а! С такими пугачками, я уже задрался, я уже раз 5 сюда доезжал, до вот этой жердочки желтой.
Бляха-муха, как бесит. Господи, да камон. Наконец-то. Наконец-то я на рампу взял. Все, вам всем не жить. В смысле? На тебе. Запугание. Я зло отстаньте от меня. Я тебя больше ни разу на этой стенке не пропущу. Ты умрешь. Что ты делаешь, Бигфут? Ты меня, кстати, уже не пропускал, так что не надо мне тут вот это. Ряша! Значит, так ты добро знаешь. Да, все, все. Ты меня сзади распидоровал. Меня глюк не ушатает, потому что я тоже рампа. Жить. И гадить. Дай помогу, глюк. Давай, давай, мне нравится, давай. Мультиплай. Ура. Уры. Дайдите мне фок джуса, я его хочу сопнуть. Он сейчас там на встречу едет. У каждого свои враги. Ой, я таран унизил. Я еще один таран унизил. Нормально. Я долетел. Не, рампа пытается. Что? Серьезно, ты был этим тараном, что ли? Я полраунда пролетел. Просто вулкан. Нормально я тебя спнул, получается. Вообще звездец. Ой, блин, маты запикивать придется нахрена. Вот, зрители, вам хотя бы смешно, когда я горю? Ну, я не знаю, типа, есть хоть какой-то профит, блядь, от этого? Нам смешно. Или это просто, ну, типа, вот я так захожу сюда пострадать, как дебил, и никто это вот всем похер даже на это. Ну, нам смешно, нам нравится. Ну, клёво. Так что страдай дальше. На здоровье. Да, страдай. Люди любят, когда ты горишь. Спасибо. Пожалуйста, дружище. Руинеры, кстати, полетели. Что с моим флагом сзади вообще? Он бесится. О, привет, Джо. Страшно было сейчас, ты что вылез-то? Что я не ждал. Вот как? Вот как? Скажите мне. Что, ты улетел? Как? Да как? Димона, я сколько пытался тараны, блин, сбивать. Ой, точнее тараны, тараном рампы сбивать. Почему сейчас меня каждый таран может просто на изи обидеть? Я не могу обидеть никого. Даже, да, блядь, конечно. Веронику ушатался. Да вы серьезно? Она стояла! Она стояла! В чем справедливость, блядь? Я тоже в нее ушатался. Что за дисбаланс против меня? Дискриминация, Джо Спинов. Что скажет на эту ассоциацию, Джо Спинов? Скажет, пошло все на юг. И просто самый большой Джо Спин на этой карте смотрит на тебя осуждающе. А я теперь даже не поднимусь, понятно. Димон, давай разгон. Давай, хорошо, это было хорошо. Хоть один таран улетел в итоге. Это был нужный таран, улетел. Ничего, нормально. Да ты затрахал меня! Я тут причем? Кусок дерьма катится просто кубарем прям в лицо. Я его просто сбансить. Так меня Джо скинул. Типа, смотрите, мне сейчас могут люди написать, типа, а нахера ты вообще едешь в тараны? Ну так они же, блядь, едут, когда я рампа. Так и я так же делаю. И наоборот, я запутался уже в своих словах, неважно, надеюсь, вы меня поняли. Ну типа, когда я таран, да, вот рампы едут. Они же едут в меня, типа, я таран, они меня спихивают рампой. Я так же хочу. Вот почему. Да и есть еще физическая часть. То есть, если ты проезжаешь рядом с тараном, есть высокая вероятность, что баг сработает. Я под таран, да. Прямо под таран. Это единственный адекватный способ, типа, да, влететь. Да, да, абсолютно правильно. Ну так вот я так и делал. Прямо рядом там улетел. Господи, самое что тупое, Димон реально уже минут 10 сидит на рампе, он рампу скипнуть. Да Димон, нет, я уже назад, он уже прошел. Да. И черный экран. День, когда Джо сгорел. Джо Спин в эти рыбли. Сегодня, завтра. Расписание, когда сгореть, да? На стенке висит все. Сколько чего? Ты видел, да? А пол просто неожиданно было. Ряша, ты говняша. Блин, какая орная на самом деле стенка. Да пиздец, чувак. Ору что-то, не могу успокоиться. Я тут полежу немного. Не, ну кстати, меня Вероника вообще не трогала. Меня вот Паша и Фог меня трогают постоянно. Все, нравится тебе, нравится тебе так? Виси, все, все, ты наказан, виси. Так, я поехал. Давай, ехай. Я прикрою тебя от Вероники. Назад разворачивается, да. Короче, там спереди еще таран. Я тут постою, да, вот тут, вот прям тут. Ага, хорошо. Давай за мной. Ништяк. Блять, там еще таран. Не, я тут еще постою, я су.
А, ну он едет в меня. Нет, не едет, передумал. Хорош. Вот зря я засейвился. Мог бы ты... Блин! Я на броневике еще рванул. Чего? Приземлился на бок, короче, и рванул на грузовике. Я думал, только сейчас проехал. Нет, на оранжевая фигня. Это кто? Это я! Ладно, ладно, это я. Нет, Газима. А, да? Блин. Зачем? Зачем, блин? Я тебе помогал, зачем? О-оу. И все пошло по бороде. Ну да, 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 конечно. Пошло. Не, ну этот оранжевый сложно будет. Оранжевый, у меня все оранжевое. Этот грузовик можно, ну, сложно будет скипнуть, потому что ковш этот вот. Блин, вообще тупой грузовик. Ну сейчас меня Вероника разгонит, кстати, а я и не против. Давай, разгоняй меня. Разгоняй меня нежно. Давай, Вероника. Ты что, догнать не можешь меня? Ты кое-что удумала получше, да, типа? Ногой на стоперах, да, такая. Здравствуйте, Джоспин, здравствуйте. О, господи. О, господи, Тата здесь была. Я парашютик открыл. Блин, вот я, кстати, если бы не Тата, пролетел бы нормально так. Господи! Всегда найдется один человек. Я парашютом кого-то сбил. Парашютом? Да. Что? Он в парашют влетел, запутался, влетел в сторону. Что? Ну мне парашют сломал. Да хорош, что ты делаете-то? Ковш меня не трожь. Ска. Блин, какая мясная, слушай, стенка. Просто огонь. И это без срущего. Я надеюсь, там где-нибудь будет. Не-не-не, там не будет уже. Это транспорт по кругу пошел. Это грёбаный. Я тоже надеялся. Я всегда в любой стенке надеюсь на срущий. Ну типа, когда мне дают срущий, я тогда начинаю доминировать. Потому что у меня не случаются эти баги, как на рампах вонючих, еще на чем-то. Срущая техника, она просто работает, и ты просто по тактике всех разбиваешь. Ты с такими нервами говоришь, как будто ты ругаешься прям. Тебе уже вообще все сдает. Не, он сейчас спокойно говорит. Не, тут есть агрессия в словах. Конечно, есть. Но это стенка. Ты только запускаешь стенку, и сразу такой: стенка. Я готов. Ой. Так, а что происходит здесь? Ребят, давайте разойдемся мирно. Ух ты, там Вероника. Давайте не будем никто никого трахать, пожалуйста. А, понятно, там опять эта пробка, да? Там пипец. Джо! Да, это не Джо, это Вероника мне в спину. Но я тебе так скажу, мы живы. Да. Я не знаю, как тебе помочь. Я хотел бы тебе помочь, но я не знаю как. Я почти запнул рампу, господи, это был хороший шанс. Давай, 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 да, 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 да. Я скипнул оранжевый, в смысле, ну, броневик, в смысле, что я оранжевым дерьмом его называю? У меня все оранжевое. А нет, кстати, вот этой тачки не было. А может и будет тогда срушка? Да хорош! Здесь все стоковое. Как меня на крыше брейкданс танцевали. Мне нравится. Ну все, засейвил, кроме на тоненькой. Жаль, жаль. Зацеп тачку словил и все. Тюка! Да что ж вы... Обогнал. Там такая лютая встречка была. Глюк, у меня для тебя плохие новости. Какие? Ты умрешь. Я поехал в другую сторону. Рано или поздно. А, ну это да. Твою мать. Ты разочарован такое слышать? Нет. Ребята, мы все умрем рано или поздно. Сдохло, по-моему, и Вероника взяла этот форсаж мобиль. Чука, что? Если мне не показалось, конечно. Тут до меня труп. Кого бы пидорнуть, а? Давай я тебя. Не, давай я тебя. Давай я сейчас вперед выйду и продаю. В смысле? Давай, пидор. Спасибо. А, это вот он. Подожди, я сейчас словлю еще тебя. Пошел, красиво законтролился. Глюк-глюк-глюк-глюк, подумай, глюк! Господи! Я тебя на чек запульнул! Ладно, я, пожалуй, здесь посижу, пока вот. А, нормально. Живой? Да! Ну вот, видишь, а ты мне тут это, враг, ты мне враг. Ладно, глюк, это... Мне не жалко. Так, хорошо, вижу классную картину, и меня не спнули даже, прикольно. Страшно. Ну, достаточно, а что ты объехал-то? Ты жалко мне тебя, что ты так уже сгорел просто весь дотла. Не надо меня жалеть. Жалость к Джоспину. Вот это вот, это самое херовое. Вот жалеть, пацаны, точно не надо, это бред. Ой. Я горю из-за багов обоссанных. А не из-за того, что пинаются, да, согласен. Черные экраны. Рассинхронные.
Я говорю просто из-за боссовых багов. Ну и из-за удачи периодически. Когда? Ну а то есть из-за Вероники ты, можешь сказать, не горел, да, тут совсем сейчас? Нет, от Вероники это, ну знаешь, это такие добавляющие уже. Изначально я горел от багов вонючих. Потом там Вероника уже сверху и всякие там эти вот. Вероника сверху? Добавляется к этому списку. Сверху списка, вверху списка. Писка? Какой интересный у нас сюжет сложился. Так, что еще? Подробности нужны, подробности. Мозаика складывается, да. Ух ты ж, бля, кто-то улетел от меня, простите, пожалуйста. Сколько у тебя, говоришь, еще чек? 4? Ой, не 4, 6. Паш, ты куда? Меня просто раздавили. Слышишь, ты сейчас в такой тайминг дикий попал. Езжай. Он не проедет. Это просто топ. Он не проедет. Почему он не проедет? Так ты как его собирался на этом спихнуть, Пашка? Все, он скипнул. В смысле, Делюха? Она не летает, она, ну, прижимается к платформе. Я понял. Люк, сюда иди, куда поехал? Не-не-не-не, мне с тобой не нравится. Иди сюда. Че тебе надо? Да, говорю, подожди. Что тебе надо от меня? Таран! А как? Нет. Он, кстати, засейвился. А вот таран ушел. Паш, Делюха, ты что? Ну все, Паша, я за тобой выехал. Вылетел. Вылетел. Давай. Да в смысле? Паша, блин. Ты что тут делаешь? Ты куда, Глюк? Не-не, нормально. Я пытаюсь справиться с управлением. Ты сейчас на последний хорошенько постарайся, пока никто не резнулся. Все, хорош. Во. И вот теперь можешь приветствовать Пашу. Пашенька. Таран. Паша. А я хитрый, вот Паша не заедет. Хорош. Думал, размансю, вот ска. Сюда, говорит, не заедет. Ох, фига тут ребята стоят, классно. Не Паша. Паша улетел. Слушай, фига ты пролетел. Да я вообще... Оу-оу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Паша, блин, Паша сказал. Паша вылезел таран. Вот козёль, а. Как это? Как это вообще ты... Так же, как и ты. Стой. Остановись. Аккуратненько. Ох, да ладно, я думал все. Я вообще, это невероятно засейвит будет. Да уйди, пожалуйста, Делюха, уходи. Плохая Делюха. Хорош. Не, ну это четко было, конечно. Класс. Прям четко. Ух ты. Повезло тебе, Глюк. Обратно. Это Паша был, нет? Да. Спасибо, Паша. Обращайся, друг мой. Запиндюрю. Рад помочь. Я тоже рад тебе помочь. Какая скотина. Вечное противостояние. Ну что, давай сюда свою рампу. Сейчас я буду наказывать. Давай. Сейчас посмотрим, кто круче. Ну, где ты там. Давай, иди сюда. Опа! Что? А ты где был? Паша пропал, все. Паши нету? А ты что, меня даже не заметил? Нет. Я думал, я сейчас загальмуюсь в тебе, а оказалось нет. Что? Зачем жесть ты подкинул Делюху? Она же летает. Не знаю это. О, ой, по-моему, это Паша. Нет, это не Паша. Паш, розовый, ты? Это розовый. Ты взял, господи, чек? Бери, нет, чек назад, да, едь, ты чё? А, там еще в ту, да, сторону, я думал, все. Гляк, отстан. Гляк, отстан. Ладно. Это ваш какой-то язык или что? Я не знаю, он написал «Гляк, отстан». Я его понял. Гляк. Не, вот уже гляк. А где Пашенька? Нет у меня. Куда? Победитель. Ты еще пидорнул. Гляк. Обожаю тебя ловить на платформе. Да вообще, да, круто. Это как отдельный вид искусства. Вообще никого. Вообще прям пусто, здесь обычно такое мясо, а тут вообще никого. И Пашка едет. Тихо. Ладно, это было неплохо. Выжил, Глюк. Все, это Глюк, залазь ко мне. Финиш вверху. Конечно, давай. Поехали. Скилл-тестик сейчас будем, все. Глюк, что с твоей целкостью, а? Я не знаю.
Господи, Глеб. Что, я припарковался. Все, вырубай полет и поехали. Подожди, а как? Только ты уедешь, а он останется. А как? А как вырубить? Ну, назад жми, короче. Ну да. Назад жми. Да подожди ты, вот. Все, все, готов, да. Давай, поехали. Что, блин? Ты куда? Ну ты вылетел. Надо было, короче, рожей туда. Не, я не брошу так, я хочу еще. Паша хороший транспорт. Нет, Паш. Не очень. Не в этот раз как-то. Все, старик, вали, финишируй. Не, я за тобой. Я буду за тобой присматривать. Так Паша еще дофига, в смысле. В этом а, плане. Да? Да. Я тут носатого выпну. Да где финиш-то, э? Да сверху. Наркоман. В смысле сверху? Ну сверху, в небе, ну. Подними свой утюг и посмотри наверх. Че, наверх смотреть не умеешь, да? Вы меня троллите, да? Он снизу. Да в смысле? Галёк, да я не вижу. Башку. А, ну, реально ты... сверху? Слушай, я тебе, может, вот сейчас глаза открою, конечно. А, ну не, финиш, он же не как стрелочка отображается, ладно. Ну не, вот да, забей. В том-то и дело. Эх, хорошая позиция. Ну что, ребят, вот такая сегодня получилась стенка. Я сгорел, я не знаю. Хотите еще, если стенки, ставьте лайки, потому что все, мой пердак under attack постоянно на этих стенках. Вот! С вами был Глюк, Пашка и я. Хорошего всем настроения, не бомбите, всем пока. Пока, ребят. Всем бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам.